Всем привет! Несколько посылок. Это у нас две посылки из GearBest, по-моему, наушники, отвертки, купленные по акции. И первая посылка моя куплена и в магазине Games или Jamis, не знаю, как правильно, ну, наверное, Games все-таки. Вот, это робот, был пост у меня в канале, вот, я его купил, этого робота, и давайте посмотрим на это все. Да, наушники Xiaomi, коробочка примялась, я их раскрывать не буду, я их взял на подарок, 2,56, по-моему, они по акции стоили, по распродажам, их делают постоянно, чуть ли не каждый день эти распродажи, заходите на канал, если хотите такие наушники купить, вот, вполне реально их сделать, вот, поэтому мы их отложим, далее... Все то же самое, да, эти отвертки пришли очень долго, первые пришли около 14 дней, эти шли где-то месяц, где они потерялись, я не знаю, вот, где-то на таможне зависли. Все, отвертки я уже обозревал, довольно неплохие, мне понравились, но есть существенный минус, это вот скользкая ручка, если, допустим, откручивать что-то более-менее там приклинившее или заржавевшее, какую-нибудь детскую игрушку, где болтик, допустим, там вытекла батарейка, окислился болтик, и то будет сложно этим сделать, потому что скользкая ручка. Вот, здесь же в этой версии, видите, у меня согнуты ножки. Давайте мы их выровняем и попробуем, не отломаются ли они. Немножко, так сказать, брака было. Ну и давайте попробуем теперь вставить. Так, вставили. Все, отвертка готова. В принципе, вот так это выглядит. Это второй набор, я взял один на работу положить ящики, на всякий случай, один будет у меня валяться дома. У меня дома есть хороший набор отверток, но на всякий случай под рукой не помешают. Либо, может, кому-то подарю. Вот еще раз такой набор, он неплохо сделан, кожа, такой кошелечек кожаный, носить с собой в кармашке можно, на кнопочке, вот. Интересно. Ну и давайте приступим к самому интересному, я считаю, из этой распаковки. Это робот из магазина Games. Вот, коробка примялась. Внутри накладную тоже положили. Похоже, как на GearBest, только шлиф другой. Да. И вот такой вот робот из Звездных войн. Вот такие они там существуют. По-моему, насколько я помню, там можно было выбрать его. Или я путаю, наверное, там все-таки с трансформеров можно было выбрать. А этот вот такой вот. Ну, давайте посмотрим, как это выглядит. А выглядит это вот так. И его, получается, нужно собирать. И здесь инструкция есть. То есть для деток постарше. Здесь детальная инструкция, как собрать его. Такие детали куда. Такая глянцевая инструкция, очень красиво сделана. Итак, решил все-таки собрать его и уже подарить ребенку в собранном виде. Вот, открыли первый большой пакет, в нем еще два вот таких вот маленьких с мелкими деталями, с средними деталями и основной с крупными. Ну и сейчас будем пробовать что-то из этого всего придумать. Сейчас я на третьем шаге, то есть первый, второй сделал. Одну ножку сделал, сейчас делаю вторую ножку. И процедура, конечно, не быстрая. То есть детали очень качественные, все сделано очень крепко, качественно. Пластик такой хороший. То есть, ну, я очень-очень доволен пока. Когда вставил вот шарнирчики, пластик немного разошелся и пошел такими мелкими трещинками. Вот. Здесь по инструкции я должен сюда вставить, да, такая накладочка, и в нее вставляется черная деталька. Вот, все сделано
крепко, туго. Вот, допустим, ноги я уже сделал. Вот, они меняют позицию, крутятся, то есть как нужно, видите? И фиксируется так. Устойчиво стоит. И я так понимаю, нашего робота все ноги, руки будут двигаться благодаря вот этим вот суставам. Вот буквально за 5 минут у нас получилась вот такая вот штука. Робот сел на шпагатик. Давайте продолжаем. Пришлось немного назад вернуться. Я походу вот здесь использовал неправильную вот эту штучку, запчасть, и соответственно не могу собрать автомат из-за этого. Но сейчас мы все исправим, мне кажется. Так.
В общем, я полностью его собрал. Вот так он выглядит. Стоит устойчиво. В общем, прикольный робот. Вот, собрал его, заняло это у меня где-то в районе получаса. И осталось несколько дополнительных запчастей. Вот эта вот штучка по инструкции написана одна всего лишь. Но у нас их оказалось две, то есть запасная. И вот эти вот две, три, я так понимаю, что их тоже сделали запасные, потому что если посчитать все, которые я уже вставил, то это по одной получается запасной, вот эти механические, ну, наверное, для того, чтобы если вдруг потеряется, вот по одной штучке разных положили запасные. Вот, ну, на этом у меня все. Прикольный такой чувачок. Давайте мы на него сейчас отдельно посмотрим. Сзади антенка двигается. В общем, можно его позиции ему делать как угодно вообще. Классный робот, он мне очень понравился. Решил еще добавить, у меня он умеет делать растяжку. Посмотрите, какая четенькая. С автоматом делает растяжечку. Крутотень. Вот, на этом у меня в принципе все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!